Поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу. Доклад закончен. Ну что, доклад-то это и закончил. А что делать? Вы же губернатор. Секундочку. Да. Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через 2 дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем? Все в порядке со здоровьем.